Среди работников СМИ прошли соревнования по футзалу и шахматам, посвященные памяти неизвестного журналиста Маката Хайруллина в честь его 85-летнего юбилея. В турнире по футзалу приняли участие 6 команд. Победителями стали игроки из команды «Атрау Ахпарат». Второе место заняла команда «Баспахана». Третье место – телеканала «Атрау». А в турнире по шахматам участвовали 8 человек. В результате первое место занял директор телеканала «Каспиан Ньюс» Казбек Киртаев. Второе место – сотрудник телеканала «Атрау» Данияр Ахметов. Третье место – корреспондент газеты «Кызылкуга» Бауыржан Бердыгалиев. В этом году Махат Хайрун должно было исполниться 85 лет. Его с нами давно уже нет. И этот день был поводом для того, чтобы напомнить о нем. Хотя я прекрасно знаю, что моего отца никогда не забывали в Атрау. Тут много его учеников, много его соратников, которые до сих пор действуют. Много ветеранов. Вчера вот мы собрались, вспомнили много хорошего. И, конечно, очень жаль, что его нет среди нас. Кроме того, лучшим игрокам турнира по футзалу вручили дипломы. Стоит отметить, что организатор планирует проводить этот турнир ежегодно и более в широком масштабе.